В Рыбнице за круглым столом представители власти и общественность обсуждали наболевший вопрос – строительство тубдиспансера со стационаром на улице Вальченко. Напомним, что медучреждение планируется построить в рамках реализации проекта российской неправительственной организации «Евразийская интеграция». Однако новость о строительстве диспансера некоторыми жителями микрорайона была воспринята неоднозначно. По утверждению медиков, жителям улицы Вальченко опасаться за свое здоровье не стоит, так как корпус будет расположен на допустимом расстоянии от детской больницы. А в стационаре будут лечиться люди, не являющиеся переносчиками болезни. Это для нас, не для медиков, это для города, это только во благо. Потому что, во-первых, это здание будет построено по санитарным правилам России, по современным санитарным правилам, которые, значит, это учреждение будет соответствовать всем требованиям не только Российской Федерации, но и мирового масштаба, то есть рекомендациям ВОЗ. То, что общественность беспокоится, что это будет построено на близком расстоянии от жилых помещений, это неправильно, будет соблюдаться все правила. Значит, по российским законам, значит, минимальное расстояние 100 метров. Значит, там будет соблюдаться все, это будет еще больше. И тем более вокруг будет зеленая зона. Больные тут будут лечиться, то есть абоцеллярные, то есть больные, которые не выделяют туберкулезную палочку. Специалисты объяснили, тубдиспансер построят на расстоянии в 100 метров от жилмассива. К тому же медучреждения обнесут так называемой зеленой зоной, а в самой больнице лечиться будут люди с закрытой формой инфекции.